СМИ сообщают, что в Москву приехал живой Кен, как называют модель из Великобритании Родриго Альвеса. Во время его визита в Россию планируется встреча с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, утверждают анонимные источники. Родриго Альвес стал известен своим увлечением пластической хирургией. Он решил потратить свое состояние на то, чтобы сделать тело идеальным и превратиться в живого Кена. В общей сложности было сделано более 60 операций, включая пересадку волос на голове для избавления от залысин и удаление сразу 4 ребер для создания тонкой талии. Британец намерен принять участие в неделе моды, которая сейчас проходит в Москве. Но сообщая о своей поездке в Инстаграм, он добавил к посту хэштег «Дом-2» и «ТНТ», что вызвало массу предположений, включая его запланированную встречу с Ольгой Бузовой. Сейчас Родриго Альвес выкладывает в сети много фотографий с московскими достопримечательностями. Он восторгается российской столицей и намерен дать интервью нескольким российским телеканалам.